Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня хочу приготовить картофель по-деревенски в духовке. Для этого мне понадобится: у меня здесь картофель 1 кг, растительное масло 150 мл, соль по вкусу, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка приправы хмели-сунели и 1 чайная ложка молотой паприки. Картофель я нарезаю вот такими дольками. Вот такие долечки у нас должны получиться. Вот такой картофель у меня получился. Я его сразу отправила в форму для запекания. Чесночок я пропустила через чеснокодавку и отправила к маслу. Туда же отправляем нашу приправку хмели-сунели и паприку. И все тщательным образом перемешиваем. Вот такая уже ароматная заливочка для картофеля у нас получается. Картофель солим по вкусу. Я использую обычную соль и немного соли с травками. Отправляем картофель в наш ароматный соус. И все хорошо перемешиваем. Духовочка у меня уже разогрелась до 180 градусов. И отправляем нашу красавицу картошечку на 35-40 минут. Спустя 40 минут вот такой нарядный и румяный картофель у меня получился. Такой картофель можно подавать с любым соусом на ваше усмотрение. Он послужит отличным гарниром для любых блюд. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня. Всех люблю и целую. Всем пока-пока!